Появились памятники героям и в Чувашии, например, в Красночитайском районе. В районах Чувашии монументы часто становятся центрами различных торжеств. К ним жители несут цветы, отдавая дань памяти погибшим. Здесь отмечают многие важные для муниципалитетов даты. В этом году новые мемориалы открылись в деревнях Березовка и Сормово Атнарского сельского поселения, деревне Ямана Староатайского сельского поселения Красночитайского района. Кстати, впервые зрители национального телевидения увидели, как отмечают День Победы в разных городах и районах республики. Наши коллеги по телевизионному цеху прислали на канал праздничные репортажи о том, как отмечали 9 мая в 4 муниципалитетах республики – Канашском, Красночитайском, Алаторском, Вурнарском районах. Там тоже возлагали цветы, чествовали ветеранов, вспоминали и благодарили их за мирное небо.